отлично провести время, насладиться любимыми песнями и получить сладкие подарки. Во Дворце спорта «Триумф» прошел очередной праздник для представителей старшего поколения. Как и прежде, концерт собрал большое количество гостей и подарил жителям округа массу приятных впечатлений. Как бы сделать так, что всю неделю в жизни получался выходной? Не только поют любимые песни, но и приглашают друг друга на танец. Такие концерты уже стали доброй традицией для представителей старшего поколения. Если поначалу они собирали максимум 20 гостей, то сейчас в зале едва хватает свободных мест. Прекрасное настроение, прекрасное. Спасибо большое за такой вечер. И про Люберца песни. Я столько лет живу и ни разу не слышала такую песню. Слушай, молодец. Наконец-то для старых хоть приятно и сделали. Для возрастных. Для возрастных. Да, да, для возрастных. Очень даже. Прямо ждем с нетерпением следующего четверга. И придем с удовольствием. За активное долголетие нам рассылку сделали. Очень нравится. Первый раз пришла. В восторге. С помощью таких концертов людей серебряного возраста призывают вести активный образ жизни и приобщаться к спорту. А у нас есть инструктора, которые рассказывают о наших бесплатных занятиях в рамках активного долголетия. Они получают информацию и уже приходят. Они записываются в группы, они звонят и активно принимают участие уже в других мероприятиях физкультурных. Интересные и полезные встречи проходят каждый четверг. Это стало седьмой по счету. Гостей праздника поприветствовал глава Люберец Владимир Волков. Я очень рад вас видеть. Очень приятно, что вы такая большая, дружная, активная семья наша, веселая, правильно добавляет, веселая и позитивная. Хочется всем пожелать только здоровья, собираться нам почаще. Репертуар на каждом концерте разный, но абсолютно все песни знакомы зрителям. Это любимые мелодии советских фильмов и песни их молодости. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.